Итак, с нами сейчас Александр Кривонос, самый результативный игрок атаки. А, Саша, насколько я видел по игре, ты играл и как принимающий, и как квотербэк, и как задний бегущий. Скажи, пожалуйста, какая из этих позиций тебе все-таки больше нравится? Все позиции по-своему хороши, и в том числе позиция квотербека, она заставляет думать, позиция принимающий заставляет как-то более ловко ловить мяч, позиция бегущий заставляет более быстро бегать. Поэтому нельзя сказать, что какая-то больше нравится. Все позиции хороши. А и еще такой вопрос, Саша. А твое имя, твой номер мелькает из матча в матч, он постоянно звучит, так как ты, правда, один из самых результативных игроков в команде. А скажи, пожалуйста, а были ли у тебя приступы звездной болезни? Может быть, они проявлялись или как в какой-нибудь мере? Будет лучше задать вопрос моим партнерам по команде, они лучше видят это со стороны. Как мне кажется, не было. Да, я понял, хорошо. Итак, это был Александр Кривонос, самый результативный игрок команды «Минские зубры» в составе атаки.